Всем добрый день. У нас новый день, время 11 час. Мы ждем врача, когда придет врач. А я сижу, выбираю витамины. Знаете, по стрелкам плевитов столько вариантов разных. И вот я по стрелкам плевит актив. Более-менее подходит для Катюшки. Ну, по идее, я хочу всем бы, по идее, если у меня получится несколько больше флакончиков заказать, то закажу больше флаконов, чтобы пропоить всем. Ну и вот надо что-то вонюшки. Ну вот смотрю, вот сколько витаминов, все в основном больше 3 лет, которые подаются. И ничего такого пока для вонюшки не нашла, тоже витаминки. А чего такое? А потом, да. Вот так вот. Что такое? Такую молдочку составила. Сейчас мама тебе витаминки закажет. Сейчас мы с тобой выберем витаминки для вонюшки. Да. Не знаю, что-то я смотрю витамины все, знаешь, и в основном возраст больше 3. Свет, там кто пришел? А вот чтоб меньше 3 было, пока не могу найти витамины. И не знаю, какие бы вонюшки бы надо тоже витаминки какие-то заказать, пропоить его. А вот ничего не могу пока найти. Ищу и не могу найти. А что ты Егорку заставил делать? Красить его, блин. С одной стороны ты покрасил, а с другой стороны он вообще заржавел. А зачем туда красить? Он одного... заржавел у нас той стороны. Нашла витамины от 1 до 4 лет. Мультитапс 60 таблеток 643 рубля. Недешево. Я на что покажу, что есть мин. Что? Ну вот как раз сейчас работать в ней. Так она чистая. Она не тонкая, она зимняя. Так она чистая. Она зимняя, это хорошая. Да. Это твоя, тебе в том году брали. А что ты ее хочешь набить, что ли? Лучше в той ходи, а в этой... А? Там есть другие куртки еще, посмотри. Там висят. Ильюшкина старые возьми. Вот тут где-то висит дома синяя старая вон куртка, на работу в ней ходил. Вот эти железные двери, которые там стоят. Да, там есть разные. Моя старая, разодранная. Мультитапс. Ходи. Так вот и ходи в ней. Я не знаю, что тут все берегешь. Так. Ну смотри сам, можешь по очереди хоть ту, хоть эту, это уже твое дело. В чем ты будешь? Курточек много, значит, выбирай любую. Да, там Егорка, да, куртку себе выбирает, а? Так, ладно. Сейчас врач придет, да, сыночка? Дружи. Витамины для глаз не надо, для сердца, диабетика, супражевательные, натрий-хлорид. Мася, не стучи. Мася, хвостиком стучи, да, Ваня? Да. Ваф. А Ваф, ну твоя стучит, да? А Ваф? Аскорбинку можете, Ванька, заказать? Будешь аскорбинку, если мама закажет? Да? Нет. Другие надо заказать, да? Какие тебе надо заказать? Тут много разных витаминов. Сейчас мама поищет, может, найдет для тебя специально. Чтоб меньше 3 лет были витаминки, да, сынуля? Сейчас посмотрим, какие, да? И потом покажем. Всем привет! Новый день, новый влог. Я еду в город выписывать лекарства Ванюшке. И мне надо на полюса, на детский, поставить печати. Поставлю печати, потом в центр занятости сходить. И записать Катюшу на следующую неделю к ортопеду. Ладно, как все сделаю, потом приду, расскажу вам, как и что. У нас сегодня погода чудесная, солнышко такое дома. Ванюшке немножко полегче. Спасибо, что переживали за него. Ладно, еду документы делать. Всем привет.
Блин, не могу камеру поставить. Я съездила в город за лекарством. Ваньке выписала лекарства и купила кое-какие продукты. Сейчас вам буду показывать, только подниму все. Так, это я попозже покажу сейчас. В общем, здесь взяла 3 бутылки масла. Сейчас у нас масло по 49 рублей, поэтому я закупилась маслом. Масло очень быстро заканчивается. И сейчас попробую достать упаковку с сахаром, показать. Короче, ребята, упаковка с сахаром. Тут 10 пачек сахара. Дальше не буду доставать. Потом дальше. В магните была скидка на крем. Детям взяла крем для рук. Детский. На. Но он не детский, он питательный. Это вам на всех. Потом вот такую вот шумовку. Она была что-то 40 с чем-то рублей. У меня потому что не было такой. Потом 3 тарелочки суповых. Это я взяла маленьким, чтобы у нас есть наподобие, только поменьше. А это взяла побольше. Они что-то 20 рублей, что ли. Так, потом дальше. И мне подписчица переводила 100 рублей на карандаши детям. Я нашла вот за 99 рублей 24 цвета. Спасибо вам огромное за карандаши. Детям отдаю. Это на всех дома. Открывайте баночку с карандашами. Тут каталог мне дали магнитовский. Дальше, что мы зашли? У меня муж сходил в магазин, тоже взял детям мандарины. И яблоко, целый пакет. Вот яблоков. Тут, кстати, Егорка, он может подтвердить, если что. А то скажет, пакет просто показывает, а яблоко не показывает. Потом дальше взяла полный пакет свеклы, пакет лука. Папа взял, там сахар, это я знаю. И фрукты сейчас покажу. У меня Ваня сейчас ничего путем не ест из-за того, что очень сильно болеет. Поэтому взяла 3 банана ему. Чисто ему только. Остальные будут яблоки, ему апельсины есть. Потом взяла хурму. Взяла Егорке сухарики за его работу. Он заслужил у нас. Потом взяли 1 гранат. Гранаты у нас сейчас дорогие, поэтому пока только один. И пакет морковки, короче говоря. Вот здесь вот дальше это все морковь. Держи. На пол. Дальше. Буду делать отчет. Так, еще взяли гранатовый сок тоже ребятам попить, чтобы они обязательно попили. И взяла пачку риса. У меня рис закончился. Дальше сходила в аптеку, выписала, ну, в больницу съездила, выписала лекарства. Бесплатно получила бифидум, бактерин, Катя, тихо. Амброксол и ибупрофен. И где-то еще должен быть одно. Один флакон. Еще вот экоклавка, это антибиотик. Маша, она возьми лекарства или кто тут? Унеси, пожалуйста, их все 4 флакона. Молодец, уронила. Дальше. Меня перевели 2 подписчицы по 200 рублей. Одна перевела на машинку Ваня, другая перевела на солдатиков для Вани. Поэтому я взяла солдатиков для Ванюшки. Вот такой вот наборчик. Тут разные солдатики. Я с Ванькой буду сейчас. И также от другой подписчицы взяла вот такой вот не машинку, а мотоцикл разборный. Тут ключик идет. Более подробно. Ваня любит, да, такие. Он любит раскручивать, любит закручивать. Я вот хочу какой-то большой набор, но у меня не получается. Поэтому спасибо вам большое. Дай бог вам здоровья. Вот взяла на ваши денежки ему игрушки. Егорка, нанеси Ванюшке. Он сейчас болеет. Надеюсь, что он хоть этим развлекется. И сегодня еще зашла, сдала документы менять полюса. И записали Катю Картопе. Ну, не записали, поставили на очередь. У нас в Перми нету записи до 27 числа. Все места заняты. Поэтому будут записывать после 27 числа уже к ортопеду. И звонила я юристу. Меня юрист приглашает в Пермь. Но, по идее, на следующей неделе. Но так как на следующей неделе не смогла я записать Катю в печку. Катю к ортопеду. Поэтому придется к юристу договариваться, что я позже ему позвоню. И скажу, когда я приеду, насчет льгот, то, что мне полагается. Сегодня я взяла выписку по тем, что я получаю вообще от администрации, какие. Вот у меня эта выписка, какие выплаты я получаю. Это детские, дорожные и субсидии. Детские по 201 рублю на ребенка,
дорожный это 384 на ученика. И субсидия 292 рубля на 10 человек. Больше я ничего, по сути, и не получаю. Субсидию чеком обязательно я уношу. То, что я полностью оплатила, унесла его детские, дорожные, это все на детей. Вот сегодня взяла юрист, потому что сказал взять. За полгода я взяла. Ладно, дорогие друзья, пойду я переодеваться, раздеваться. Я вся спотела так вообще, хотя оделась легонько. Видите, рубашка на мне простая. Ладно, сейчас пойду пить чай. Ванюшечка спит. Вроде более-менее лекарства назначили, делаем лечение. Потом вам покажу, как себя Ванюша чувствует. Всем хорошего дня. Дорогие друзья, пришла с садика, извините, это. Сходила после садика в магазин. Почему пошла в магазин? Пока мы шли с садика, мне пришла смс. Мне перевела женщина еще 200 рублей на игрушки детям. Поэтому я сходила в наш магазин и взяла вот такой вот устный счет. Да? Он деревянный идет. 193 рубля вот стоит. Хочу сказать спасибо большое. Как и написали, потратила на игрушку. Потом распечатаем, покажу, какой он. И помимо этого, раз уж я пошла, зашла, взяла чистящий порошок. У меня закончился для умывальника. Ну, тут женские принадлежности. Я их показывать не буду. И взяла себе краску, потому что хочу покраситься. Вот в такой цвет. Дальше. Это женщина мне денежку перевела, 200 рублей, я игру купила. Света уже забрала игру. Потом копченую рыбку взяли, картошку отварили. Сейчас Ванька болеет, ничего не могу снимать, потому что вы уж извините меня, пожалуйста. Потом манную крупу взяла, дети просят кашу, и взяла томатную пасту. У меня разводят они и пьют ее прям так. Что хотел? Сейчас это будем... Так, все, вот такие вот у меня покупки были. Ваня уже играет там машинками, солдатиками. И вот игру пошли распечатать. Сейчас я вам покажу, какая игра будет. Смотрите, ребята, Света распечатала. Подожди, Марина. Вот такие вот деревянные буковки. Тут и счеты есть. И часики, да. Вот они сидят, играют. Ну, подожди, Марина, убери ручки. Тут, видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, а здесь 7. А, тут переделаны, перепутаны. Да, сейчас распечатают. Ну, в целом, вот такая игра. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, вы меня всегда спрашиваете, как меня найти в соцсетях. Приношу за шум извинения, потому что дети маленькие, уж извините, пожалуйста. Вот смотрите, сам YouTube, да, вот главная страница. Нажимаем на кнопку «Моя страница», открываю свой канал. Видите? И вот здесь вот, вот в этом боку, видите, есть Одноклассники, Контакты, Инстаграм. Это что? Донат. Ой, город даже донат стал. И моя почта, Яндекс.Почта. Или Майл.Почта, я не знаю, какой там мне сына вставил. Но вот здесь вот есть ссылочки. И также вот здесь вот сбоку есть наши каналы, которые у нас есть. Это «Жизнь с домашними животными», «Влог рукодельниц», «Мой влог» — это Катюшкина страница, и «Егоркин влог». Поэтому проходите, подписывайтесь, и очень буду рада с вами дружбе. Вот такой вот, ребята, у нас был день. Спасибо всем большое, что остаетесь с нами. Просто у нас сейчас видео очень эти из-за Ванюшки ничего путем не дают делать. И в городе сегодня проездила весь день. Но постараюсь что-то поснимать. Спасибо вам всем огромное за то, что вы остаетесь с нами. За то, что вы перечислили денежку. Я отчиталась, надеюсь. Очень вам благодарна. Дети уже играют, кстати, всеми игрушками. Я устала. Завтра садик у нас не работает, потому что отключение воды. И детки будут все дома. И я обязательно что-нибудь поснимаю, как детки будут играть или заниматься. Хочу сказать огромное спасибо Юле. Мы ваши посылки получили, за что очень спасибо. Дети очень довольны, очень рады. Там были, знаете, три книжечки такие интересные. Дети сейчас разрезают их. Там куколки вырезаешь и играешь. Света вот их разрезает и в папочку сложит. Было очень много вкусняшек и всего остального. У меня просто Юля просила не снимать, поэтому я не снимала ее посылку. Но я ей очень благодарна. И дай Бог ей здоровья и всем ее родным. Очень благодарна. Дети счастливы, дети довольны. Ванечка, кстати, ваши тапочки, что вы с ним прислали,
она, ну, Ваня их даже не снимает, так и ходит в них, ему нравится, там машинки на них нарисованы, он такой, биби, машинка, бррр, постоянно говорит, поэтому спасибо вам большое, дай Бог вам здоровья, прошу вас нас не терять, потому что пока Ванюшка болеет, будет вот так вот, как Ванюшка немножко на поправку пойдет, будет что-то более-менее, спасибо вам огромное, и всем пока-пока.